Давай, давай. Это если коротко говорить о текущей ситуации в зональном районе. На сегодня здесь нет ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией. При этом расслабляться не приходится. Поселок Мирный, где проживает почти 1500 человек, находится всего в 9 километрах от Бийска. И многие жители каждый день едут в город на работу. Риск привезти заразу домой очень большой. Наукоград сейчас находится на третьем месте по количеству зараженных в Алтайском крае. Число инфицированных приближается к полусотне. И для того, чтобы в поселок Мирный не проник опасный вирус, предпринимаются все меры. На особом контроле люди, которые приехали из неблагоприятных регионов страны. Сейчас стало больше наблюдений именно за теми, за прибывшими, за контактными, которые прибывают из Москвы, из других районов Российской Федерации. Тамара Пироженко заведует ФАПом в поселке Мирный. Уже больше 15 лет она оказывает доврачебную первичную медико-санитарную помощь. При малейшем недомогании жители поселка сразу же обращаются к ней. Тамара Васильевна у нас отличная женщина, медик хороший. И даже к врачу ходить не надо, придешь к ней, она и душу отогреет, и подскажет очень правильно. В период пандемии пациентов в основном приходится обслуживать на дому. Количество заявок сейчас выросло в несколько раз. Как вы сегодня себя чувствуете? Нормально. Для того, чтобы защитить себя и своих пациентов от инфекции, строго соблюдаются меры предосторожности. Защитная маска, одноразовые перчатки, а еще регулярная обработка рук антисептиком. Только зональному району фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева передал почти 1500 флаконов с антисептическим раствором. Такую помощь уже получили ФАПы 10 районов Алтайского края. Расскажите, как вы себя чувствуете? При коронавирусе-то? Да. Ничего, все нормально. На местах работники ФАПов проводят с жителями профилактические беседы, напоминают правила самоизоляции и объясняют необходимость регулярной обработки рук. Особенно это касается пожилых людей. Не верю. Почему не верю? Что мы не верим? Ну, что маски есть. Да верим мы вам. Верим каждому зверю. Вот. И езжу на тебе побгажу. К советам фельдшера односельчане прислушиваются, понимают, что соблюдение рекомендаций медиков могут спасти Мирный от инфекции. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Красавица какая у нас. Ага.